Ребята, всем привет, и с вами Эрчи, и сейчас мы начинаем играть в новую игрушечку, к которой меня подтолкнули недавние события в Sims 4, когда мы чуть было не сгорели заживо в своем доме у собственной плиты. Ну, собственно, это симулятор пожарного, и симулятор не простого пожарного, а пожарного в аэропорту. Давайте попробуем и посмотрим, что это за игра. Мне, честно говоря, чертовски интересно. Потому что в такие игры я не играл вообще никогда в принципе. Ни в симулятор пожарного, ни в симулятор полицейского, ни в симулятор там огородника, фермера, и еще кто там бывает, какие симуляторы. А, Джон, дружище, отвечай, говори со мной. Где мы? Что мы делаем? Майк, это ты? Да, Джон, это я. Что стряслось? С тобой не было связи, ты цел? Не знаю, пол провалился, и я вместе с ним. Все так быстро. А не волнуйся, Джон, мы тебя вытащим. Ты ранен, тебя не придавило. Не уверен, что выберусь. Ты это брось, парень. Попробуй встать и описать, что вокруг. Давайте попробуем встать. Итак. Ну, собственно, мы находимся, судя по всему... Я, похоже, в комнате управления багажными лентами. Тут есть дверь. А мы тебя вытащим, слышишь? Идти можешь? Так, мышка у меня сильно быстро двигается как-то. Давайте-ка немножечко ее поубавим. Так. Надеюсь, будет нормально. Ну, вроде бы получше. Итак, мы в каком-то... Судя по всему, мы неудачно что-то уже потушили. Там где-то должен быть план здания. Скажи мне, в какой ты части здания. План здания, план здания. Наверное, он должен висеть на стене, как я думаю. Ах, вот он. Похоже, да? Нашел, Майк, меня слышно? Майк, отвечай, нам страшно. Да, скажи, где ты? Я на втором уровне в секции 14. Окей, все понятно. Это рядом с тем крылом, где офисы. Попробуй посмотреть, что за дверью. Давайте попробуем. За какой дверью? Тут есть двери? Наверное, он говорил про ту дверь, да? Проверьте, горячая ли она. Нажмите клавишу Е. Ага, ну давайте. Она раскаленная, мне не выбраться, Майк. Майк, нам страшно. Ясно, дай мне придумать, как тебя оттуда вытащить. Уж придумай. Ага, вот отсюда мы, похоже, провалились. Ой-ой-ой-ой-ой. Наверх мне совсем не хочется, честно говоря. Первый день. 7 лет назад. Это типа мы перемещаемся в прошлое, а пожар происходит в настоящем. Ух ты. Привет, могу чем-то помочь? Да, я Джон, первый день. Рад знакомству, я Крис. Не подскажешь, где мне найти начальника? Без проблем, идем со мной. Ну, графика, конечно, шикарная, что сказать. Но я надеюсь, тут не в графике дело. Первый день в пожарных? Нет, пару лет поработал в части поменьше. Тогда первое время будет непривычно. А как у вас с боссом? Нормальный мужик, скоро сам увидишь. Ну, давайте посмотрим, что там за нормальный мужик. Картиночки. Потом осмотришься, пойдем. Не торопи меня, я сам знаю, что мне делать. А вот его кабинет. Давай, Крис, счастливо. Гуляй. Иди, туши. За нами никто не следит. Посмотрите на дверную ручку и нажмите на клавишу Е, чтобы открыть дверь. А если мы захотим в другую дверь?
Не пускают. Тоже не пускают. Наглые. Ну ладно, пойдем к начальнику. Дверь открылась сквозь нас. Круто. Заходи, ты Джон, я тебя ждал. Здорово, чувак. Меня зовут Джон, я прибыл. Радуйтесь. По-моему, он говорит с закрытым ртом, нет? Направляю тебя в отряд Криса и Алекса. Криса ты уже видел, а Алекс, ну, сам увидишь. Окей. Скидывай вещи в шкафчик, натягивай форму и к Крису. Понял, давай, счастливо, чувак. Выхода нет, настоящее время. Ага, это мы опять возвращаемся в пожар, как я понимаю. Джон, ответь же уже. Слышу тебя, Майк. Скажи, что нашел выход. Мне уже скоро кранты. На плане есть вентиляционный канал. Видишь его? Ничего не вижу. Соберись, парень. Вентиляция обычно низко у пола. Может, ее что-то загораживает. Вы можете подбирать подсвеченные предметы, нажимая клавишу Е. Нажмите еще раз, чтобы выбросить предмет. Нажав правую кнопку мыши, сможем положить. Вот так вот. Да чего ложить? Кидать надо. Поторопись, Джон. Чертям собачьим раскидывать все. Лезем туда. Как лезть? Нажмите клавишу R, чтобы выбрать топор. О, у нас есть топор. С этого надо было начинать. Отлично. Залезай скорее. Как залезать? Мы что-то не приседается нам. Вот, теперь приседается, отлично. Ой, как тут темно, я ни черта не вижу. О, фонарь есть, ура. Ура. Так, поворотов тут нету. Фонарик наш не сядет? Да, перед нами развилка, чувак, говори, куда идти. Нам очень страшно, у меня клаустрофобия. Ой. Куда он сказал? Я пропустил. Я пропустил, прослушал. И проглядел, ё-моё. Налево или направо? Я не знаю. Давайте пойдем налево. Еще один отходит влево. Куда идти? Продолжать двигаться прямо. Через несколько метров будет поворот направо. Значит, мы правильно идем, вроде бы, да? Поворот направо. Тут есть поворот направо? Ох, ё-моё! Это что за... Не знаю, здесь сейчас все рухнет. Уберите! Куда идти? А, еще нет поворотов, ну ладно. Майк, если ты нам неверную информацию дашь, я тебя этим же топором зарублю, когда выберусь отсюда. Если выберусь. Да, вот он, правый поворот. У меня все тело разбито. Осталось чуть-чуть, не смей сдаваться. Ну ладно. Ох ты, я вижу свет в конце туннеля. Сейчас не произойдет ничего страшного, я надеюсь, а? Да что такое? Боже мой! Так, там вроде бы нет никакого пожара. Похоже, шахта кончается. Вылезай. Да с удовольствием! О, тут хорошо. Майк, я вылез, что теперь? Ты в административном крыле, осмотрись. В одной из последних комнат пункт первой помощи есть. Соседних комнат. Попробуй его найти. Окей, понял.
Ага, бегать мы можем. Мы можем бегать и прыгать, нам говорят. Ну, это хорошо. Гаечные ключики мы взять не можем, так фонарь нам уже не нужен, как я понимаю. Покрутить мы тоже ничего не можем. Ну, тут вроде ничего интересного нет. Чего? А. Ну, до сюда пожар еще не добрался, и это меня почему-то радует. Нет, смотрите, дымит. Пункт первой помощи, он может газировочки пока выпить. Нет, не дают. Не дают. Молочка тоже не дают. Ящики открывать нельзя, похоже. Да что такое, где ручка? Нет, не пускают. Не пускают. Звуки неприятные. Так, это мы отсюда выбрались? Да? Нет? Да? Нет? Не помню. Я уже не помню. Меня охватила паника. Или мы отсюда выбрались? Да, вроде да, отсюда, все. Отсюда выбрались. Пункт первой помощи. Первой помощи пункт. Это что? Это пожарная сигнализация. Нам нужна... Ой, ё-моё! Ё-моё! Прием, спасите что ли как-нибудь. Ух, ёлки-палки. Ух, ёлки-палки. Это чего? Нет, это не пункт первой помощи. Тут у нас ничего нету. Ничего, к сожалению, нету. Где ручка? В этих мы, по-моему, дверях не были. Это больше похоже на какой-то кабинет трудов. Слушайте, как тут много помещений, а? Даже для начала игры. Ну где этот пункт? Ё-моё. Да, вот, похоже. Я у пункта первой помощи, куда идти? Путь по коридору в конце крыла свободен. Никак нет, Майк. Выход завалило, кругом огонь, и воздух все тяжелее и тяжелее. Понял тебя, поищу другой выход. Крис и Алекс уже идут к тебе. Найди пока аптечку, чтобы подлататься. Окей, надеюсь, что-нибудь найду. Так, аптечку. Аптечку мне быстро. Больницы. Больница какая-то крутая. Так, вот аптечка. Майк, я нашел аптечку, но воздух все хуже. Майк, и дальше-то чего? Я вижу вон еще... Тишина. Пожарная тревога 6 лет назад. Игра сохранена, что немаловажно. Hey, any idea when we're getting the new Panther? I'd like to know that too. The extinguishing performance on the new model is supposed to be even better. We're not letting you get behind the wheel, though, that's for sure. What? Why not? Они как-то странно говорят с закрытыми ртами. Еле открывая их. И вообще у них странные лица. Чуваки, вы меня пугаете. Хотя этот чувак на автомате меня пугает еще больше. Чего вы делаете? Внимание всем пожарным подразделениям, всем автомобилям направиться к пассажирскому терминалу. Сработала тревога в зоне магазинов и ресторанов. Люди в опасности. Джон, ты ведешь. Кто из них Джон? Может, я Джон? Куда нам бежать-то надо? Вот это вот, да? Ух ты, тачка! Что? Вытаскивать огнетушитель? Или я веду? Ох ты, мы за рулем, ничего себе! Так, подождите. Тормозите, нажимая S, тра-ля-ля.
Изменяйте камеру Page Up, Page Down, используя колесо прокрутки на мыши, крестовину, F1 или Start, чтобы посмотреть справку. Ух ты, GTA отдыхает. GTA просто отдыхает, ребята. Какая нафиг пятая часть, когда тут такая красота? Ну и опять мы возвращаемся, судя по всему, в наше пожароопасное место. Пожарная тревога. Игра сохранена. А, нет. Как можно быстрее доберитесь до зоны выполнения задания. Да мы-то едем, едем. Ой, можно по сторонам смотреть. Красота-то какая. Тут все ездят, суетятся. Ужас какой. Ох-ох-ох-ох-ох. Все ровно едут, мы одни как бухие. Так, ребятки, давайте-ка. Я хочу их обогнать. Нет, не хотят, ни в какую. Ой, черт побери. С кем не бывает. Че, мы приехали? Или что? Или не приехали? А, вот, похоже, нам сюда надо паркануться, да? Стоп! Работаем, чуваки, работаем, работаем, тушим! К какой-то машине нам прибыть, сказали. А где штабная машина номер один? Ну... Хоть бы указали. Sharp, John, живей сюда, но куда сюда? Туда, что ли? Да. А где-то в здании источник дыма, до сих пор не удалось его установить. Джон, пойдешь с Алексом и Хрисом, хватай снаряжение, постарайтесь как можно быстрее найти источник возгорания. Окей, Майк. Понял, давай быстрее, камон, камон. В отсеке для хранения автомобиля находится разнообразное оборудование. Давайте возьмем наше оборудование. Вот он отсек, да? Чего тут у нас есть? Масочка. Джон, мы тебя ждем. Дождите на здоровье, все равно без меня не начнете. А как взять-то остальное? Респиратор мы взяли, топор. Взяли? Взяли. Вроде все взяли, да? Можно бежать, ребята. Пойдемте. Ой. Я пшикнул. Пожарная тревога. Ну чё, все готовы? Тогда за мной. Следуйте за Алексом и Крисом. Здорово, чувак. Привет, дедок. Девушка, девушка, девочка. Ой, ничего себе, мы такой высокий. Это или она такая мелкая? Ну-ка, посмотри на нас. Кажется, она не в настроении. Привет. Майк, это Алекс. Как слышишь? Прием. Слышу тебя. Чё у тебя там? Дым поступает из вентиляционной системы. Источник пока не ясен. Понял тебя. Скорее начинайте искать. Работаем. Разделимся, Крис. Так. Ну зачем вот нам разделяться, ребята? Шли бы все вместе. Осмотреть главный коридор. Но я вижу дым!
Мы туда идем или не туда? Вроде туда. У меня ничего, как у вас, парни. У меня ничего, что могло бы стать причиной дыма. Здесь тоже ничего интересного. Тогда продолжаем поиски вблизи ресторанов. Мы должны найти источник дыма. Вы заметили, дым становится все гуще. Мы должны быть на правильном пути, а у меня есть топор. Привет. Привет. Ай, да ладно вам. Дальше дым опять становится реже, значит, источник дыма где-то рядом с нами. Крис, посмотри слева, я проверю справа, а ты, Джон, продолжай осмотр главного коридора. Надо запомнить, мы похожи Джон, да? Ну ничего не горит. Может, тут чего? Девушка, вы там не курите втихаря? А то смотрите, Минздрав предупреждает. Тут ничего не дымится. Все люди одинаковые. Девушка, дед и смуглый парень, все. А, в туалете, наверное, да точно, вот, в туалете. А, это не туалет? А, я нашел, что-то в урне загорелось, я разберусь. Я думал, это туалет мужской, ну, неудивительно было, если там что-то загорелось. А, нажмите левую кнопку мыши, чтобы надеть респиратор, он защитит легкие. Готово. Выберите огнетушитель. За ней зажимайте левую кнопку мыши. Ну что, тушим? Тушим! Красота! Шикардос! Да я все потушил! Джон нашел источник и потушил его. Премию мне, премию. Включайте сирены и возвращайтесь на базу. Yes! Это был весь пожарчик. Из-за него было такое задымление, как-то странно. По всему аэропорту. В другом конце аэропорта, ой, глобус. Ай, да вы надоели, что вы такие? Давайте хоть, не знаю, в кафешку зайдем. Посидим, отдохнем. Нет, вот надо им бежать куда-то. Им не терпится у себя там на пожарной станции посидеть. Джон, ты нашел источник возгорания. В награду за это ты можешь отключить тревогу. Ну, спасибо. Используйте красный переключатель, чтобы отключить пожарную тревогу. Та-дам! Все окей, ребята. Возвращаемся на базу. Let's go home. Согласен, ребята. Пункт первой помощи. Настоящее время. Игра сохранена. Джон, ты как? Прием. Слышу тебя, Майк. Самочувствие получше. Отлично. Теперь слушай очень внимательно. В одной из соседних комнат есть аварийный выход. Он ведет на лестницу, но дверь заблокирована из-за пожара. Нам ее отсюда не открыть. И что делать, Майк?
Ты должен обесточить эту часть здания, найти главный распределительный щит и выключить главный рубильник. Я понял, выполняю. Ну окей, главный распределительный щит мы будем искать уже в следующей серии, наверное, если я вернусь к этой игре. Ну, мне довольно-таки понравилось, вроде любопытно. И, конечно, графика не фонтан, но... побегать, потушить пожары вполне себе интересно. Ну, а если вам тоже понравилось... Это игрулечка и ее прохождение. Жмякайте лайки, как обычно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. Ну и всем пока-пока!